фри картофель. Молодой принц. Смотрим внимательно и слушаем. Кто-то на iPhone? Посадили фри картофель. Дайте свободу. Провинциальный рэп. Свак навозный. Мы в носках на сандаль. Чё ты хочешь? Я надеюсь, эта история до сумасшествия завирусилась в ТикТоке. Гармошка это губная или чё это играет? А битос-то непростой на самом деле. Заново. Я думаю, что этот трек должен же быть на этом, да? У нас на сайте. Да, он есть. Он есть у нас на сайте. Сейчас заново клип запустим, не переживайте. До него я, к сожалению, не дошел. А, Крульгоча здесь, да. Да, это непростой действительно бит. 63 балла. И у нас при этом 20 рецензий, друзья. 20 рецензий. И у нас здесь авторские лайки. Поэтому, если вдруг вы каким-то непонятным образом еще не послушали, не разобрали этот трек, не написали рецензии, сделайте это. Автор этого трека наблюдает за вами. А мы наблюдаем за его клипом еще раз. Что-то в этом есть. Посмотри, коммент закреплен. Ну-ка. Уу. Не, ну я вам скажу так, да, вот я включил трек, вот до сюда догнал его, до 20 секунд. Я не знаю, что там дальше, конечно, по развитию будет. Но как будто... Да, я сразу задал вопрос, завирусился ли он в ТикТоке или нет, потому что и инструментал его подачи... Это своего рода колыханочка, да, это правильный колхоз. Это про рыбалку, про баньку, про нее употребляют. Это вон в ту сторону, только на современном звучании со своим вайбом. Такая, да? Вроде народная, да? А при этом стильно одетая песенка. Хм. Провинциальный рэп, свак навозный. Мы в носках на сандаль. Чё ты хочешь? Носки сандали. Она дает круть, насиновали в поле. Прямо в поле. Картошку посадили. Фри картофель. Дайте свободу. Провинциальный рэп, свак навозный. Мы в носках на сандаль. Чё ты хочешь? Носки сандали. Она дает круть, насиновали в поле. Картошка сидела дольше, чем Кизару. Кроме Тревиса есть кот, но в Москве об этом не знают. Я настоящий слон, да, тут или рад и запад, нахуй не ношу себе. О, бля, еще и слонявый текст здесь. Тут все уличные, даже туалеты уличные. Нет друзей в этой индустрии, тут все двуличные. У нас свои помидорки, нахуй вас у вас. Ебать, молодой принц разгоняется вообще. В целом по вайбу, да? Покупочные. Тут все девочки с большими дойками, все лучшие. Да. Картошку посади. Вообще в целом тут сумасшедшее попадание, да, постоянно на дропах. Картошку посадили. Фри картофель. Дайте свободу. Провинциальный рэп. Дайте свободу. Дайте свободу. Дайте свободу. Дайте свободу. Провинциальный рэп. Свак навозный. Мы в носках на сандаль. Чё ты хочешь? Носки сандали. Она дает хуйть, насиновали в поле. Прямо в поле. Картошку посадили. Фри картофель. Дайте свободу. Провинциальный рэп. Свак навозный. Мы в носках на сандаль. Чё ты хочешь? Носки сандали. Она дает хуйть, насиновали в поле. Дорогой колхоз. Дорогой колхоз. Все, да? Все. Много мы в последнее время говорим о том, чтобы... О дорогом колхозе, короче, да? О дорогом колхозе. Сява, бодрячком пацанчики, вот это все, да, в ту сторону. Чтобы это было...
нативно, или там Ака, Витиака, да, тоже вот эта вся история, когда это прям супер круто выглядит, или какие-то треки из новых Воскресенского. Дорогой народный колхоз, да, по-хорошему, чтобы там была соль определенного качества и идей, чтобы там была история ненатужная, знаете, когда челы стараются косить под какую-то народность, вообще нихуя не чувствуя этого. Когда они такие: «Йоу, ребята, смотрите, мы с вами там с провинциальной музыкой, приходите на концерты, хо-хо-хо-хо, мы вот это вся дешевое дерьмо», оно сразу жестко чувствуется. Но когда чел типа на самом деле рассказывает угарную историю, подавая ее под таким соусом, посадили картофель, да, типа посадили и при этом посадили, да, фри картофель, дэм, бро, это очень круто, правда. Это свиговый колхоз, очень свиговый колхоз. Клип, снятый на iPhone, да, и клип вот такой вот динамичный, крутой. То есть это очень дорогой минимализм. Дорогой минимализм, в котором и песня круто работает, и клип отлично работает. Я бы забрал этот клип в номинацию, представляете? Для тех ресурсов, которые на него затрачены, для того вайба, который он дает, как он показывает и развивает свою историю с перебивками и монтажом, с эффектами, это очень круто. И он конкретно чувствует, то есть... Он лицом, да, вот на серьезных щах там вот это все типа, бля, фри картофель. И нет ощущения, типа он дурачится или играет, типа, о, ребята, посмотри, вот это вот позерская параша, да, вот эта актерская игра челов, которые, не знаю, там какие-то училища, блядь, позаканчивали, да, и такие все вечно, блядь, псевдооткрытые, когда это такая фейковая, да, игра, вот поставленная какая-то актерская блевотина. А когда это настоящая какая-то человеческая история, это всегда круто выглядит. Поэтому кайф вообще. Очень круто. Бля, я забрал бы вообще. Молодой принц фри картофель, ёпты. Спасибо большое, бро. Очень качественно. 100% лайк. Нереальное соотношение. На 40 тысяч 4 косаря лукасов. Топ. Топ, бро. Топ. Топ, топ, топ. Топ, 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 топ. Стоп-кадр, как всегда, базированный. Ну, вы поняли. Спасибо большое. Забираем, да? Забираем, бро. Забираем. 100% забираем в номинацию. Да. Спасибо. Спасибо.